Доброе время суток, дорогие мужчины. Очень интересный такой расклад. Вы хотите разобраться в своих чувствах и найти ответ на какой-либо сильно тревожащий вас или интересующий вас вопрос. Я предлагаю заглянуть внутрь себя. Ведь я уверена искренне, что все ответы внутри вас. Итак, 4 варианта. Выбираете интуиции. 4 варианта ответа. Можете просмотреть все, может какой-то зайдет больше, какой-то меньше. Первый вариант. Второй вариант. Прямо тянется рука. Третий вариант. Не хочешь. Четвертый. Что там? Четвертый. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И подсказочка. Внутрь, да? Для первого варианта. Для второго. Третьего, четвертого. Прекрасно. Что, поехали, первый вариант? Не смотрите, что женщина. На них будут, да, на картинах женщины. Просто посмотрите, что первым привлекло ваше внимание. Ваши первые чувства и ощущения, когда вы смотрите на эту картину. В какой роли, если я, допустим, себя тут вижу, ощущаю, вы себя здесь чувствуете, выступаете? Может, вы стоите со стороны, а может, это вы? А может, вы в доме, а может, вы в поле. Что я, ответьте на вопрос, что я не хочу видеть и замечать? И почему? Самый главный вопрос, почему? Вообще, что изображено для вас на картине? Что говорит мне о моем вопросе? Каким образом эта картина отвечает на мой вопрос? Очень красивая картина. Ну и подсказочка, первый вариант. Тепло. Я вот почему-то подумала, что надо отдохнуть. Вот первое, что у меня была ассоциация, это йога, тепло, отпуск, отдых. Прям очень хочется отдохнуть. Либо крайне необходимо, чтобы ответить на ваш вопрос. И тут выпадает тепло. Ваши светлые качества помогут даже в темных ситуациях. Используйте их, потому что добро всегда побеждает зло. Спасибо, первый вариант. Второй вариант. Вот так. Ай-яй-яй. Посмотрите, пожалуйста, второй вариант. Что первым привлекло внимание, ваше внимание на этой картине? Ваши первые чувства и ощущения, когда вы смотрите на эту картину? Что... Ответьте на вопрос, что я не хочу видеть и замечать, и почему. Ну, тут явно неохота видеть и замечать.
Просто надо понять, почему не хочу. По вашему мнению, что изображено на картине? Что говорит мне о моем вопросе? Каким образом картина отвечает на мой вопрос? Тяжело. Подсказочка. Угу. Вообще противоположность, да? Счастье. Подумайте, что делает вас счастливым. И сделайте это. Вы ждали достаточно долго. Вот так вот. Спасибо. Второй вариант. Третий вариант. Третий вариант. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на картину. Что первым привлекло ваше внимание? Глаза, может, губы, цветы, волосы, может, цвет. Ваши первые чувства и ощущения, когда вы смотрите на эту картину. Видите ли вы на картине себя? В какой роли вы здесь выступаете? Может, вы человек, который дарит цветы? Может, это вы? Может, вы вообще фотограф? Да, фотограф? Ну, то есть, как вы себя ощущаете в этой картине? Как наблюдатель или как сам человек на этой картине. Ответьте на вопрос, что я не хочу видеть и замечать, и почему. Какие-то нюансики, которые неохота смотреть, да? Что изображено, по вашему мнению, на картине? Что говорит мне о моем вопросе? Каким образом картина отвечает на мой вопрос? Подсказочка от третьего варианта. Новая. Новая, когда ситуация кажется очевидной. Посмотрите на нее с другой стороны прежде, да? Прежде чем что-то делать, возможно, вы увидите новую сторону медали. Такое интересное. Тут подумать надо, подумать. Спасибо, третий вариант. До свидания. Четвертый вариант. Посмотрите, что первым видно, вы видите, привлекло ваше внимание на этой картине. Ваши первые чувства и ощущения, когда вы смотрите на эту картину. Видите ли вы на этой картине себя? В какой роли вы здесь выступаете? Что вы категорически не хотите видеть и замечать на этой картине и почему? Что, по вашему мнению, изображено на картине, что говорит вам о вашем вопросе? Каким образом картина отвечает на ваш вопрос? Подсказочка, четвертый вариант. Весна. Ну, тут прям цветы, да? Весна. Весна бывает не только календарной, да, но и душевной. Депрессия тоже бывает. Пора попрощаться с холодом и вылезти из-под пледа.
Вы полны сил для любых действий и легко можете решить все проблемы. Стоит только захотеть, как говорится. Спасибо большое. Четвертый вариант. Пока-пока.